А вот и Сиранище бежит. И тут до меня что дошло-то? Обычно, когда она застревала в своем каком-нибудь там статусе, типа вот постоянного кидания заклинания, она не могла из него выйти, можно было ударить пару раз дубиночки по ней. Так вот, ты ударить-то и сейчас можно. Но здоровье-то не отнимается. Я же взял перк, который не дает мне моим последователям терять здоровье. То есть это, с одной стороны, хорошо, но с другой, я не знаю, как ее вывести из этого состояния. Но вот я вышел, зашел в игру, и она сама очухалась и прибежала. Ну да ладно, у меня сейчас появился другой интерес. Я же нашел, а что я не могу подобрать ничего? Я же нашел только что все вот это, все предметы зачарованные озидали, и ботинки, по идее, должны увеличивать энчантинг на 10%, если я их ношу в паре с любым из найденных мной только что предметов. И вот это мне, конечно, надо проверить. Проверить мне это надо у себя дома. То, что, возможно, тогда удастся все перевести на другой уровень. Мне энчантинг, и там смифинг, и много чего еще. Алхимия. Ну и все, собственно. Captain Gyalin does the business around here. I'm just a ship. Так. В дом, в основной. Но мне придется там много переделывать чего. Если все это сработает. Так, хорошо. Есть у меня камень душ-то хоть один большой. Есть. Так, для того, чтобы проверить, мне, собственно, даже пить ничего не надо. Никакую бутылочку. Кстати, дизенчант там и ничего нет. Нет, вот это вот то, что я подобрал. Украл, вернее. Вот это вот оружие с уникальным зачарованием. Оно не дизенчантится. Обидно. Ну ладно. Хорошо, пробую заинчантить. Беру все, что угодно. Ну, например, ботинки. Беру Soul Gem и Enchanted любой. Fortify Carry Weight. Плюс 37. Так, выхожу. Теперь, если я надену эти ботинки, увеличивающие якобы зачарование, и кирасу, ну и на всякие это еще, и возьму те же самые ботинки и Soul Gem, было 37 Fortify Carry Weight, и осталось 37. Ну и, ребята, ну и где же ваши плюс 10 энчантинг-то, а? Где? Слушаю внимательно. 37, правильно? Ну, и что?
что написано? Плюс 10 энчантинг. Хорошо, может быть, 2 только надо, и ни в коем случае не 3, может так? Ботинки. Soul Gem. Нет, конечно. Нет. Нет. Игра. Ну как это называется? А хорошо, у меня ринка еще, кольцо еще надето. Так, без кольца. Нет. Так, еще раз читаю внимательно, что написано. Если вы носите одну из 4 релик вот этого Акзидаля, энчантинг плюс 10%. Вот она, пожалуйста. Правильно? Вот ботинки. Хорошо, сниму вообще вот все, что есть. Только это и ботинки. Тридцать семь. Никакого эффекта. Только ботинки. Hello, gorgeous. Так. Тридцать семь. Без ботинок. Никакого эффекта нет. Никакого эффекта. Никакого. Плюс 10 энчантинга нет. И все. Нет его. Ну. Хорошо. Я даже так посмотрю сейчас. Просто в действующих эффектах. Вот это вот то, что взял, да, компания с Insight. То есть я не могу сейчас Сирану поранить никак. Вот и Вокинг. Все. Все видят. Вот и Вокинг. Ну, что сказать на это? Безобразие. Я просто зря пришел домой. Вот, да, кстати, 2 одинаковые маски. Fire Resistance 50 и Fire... Ну, только вот это с Fire действует 50. И Fire Spell Damage на 25 увеличивается. И где тут еще? Только что мне попадалось. Shock Resistance 50 и Shock Spell Damage на 25 увеличивается. Ну хорошо, масочки я здесь храню, тогда я все сложу сейчас, раз уж я тут оказался. Нет, не здесь. Здесь я клешни храню, а масочки здесь, что ли? Здесь я мог, кстати, амулеты у меня тоже есть.
амулета Катоша. Ну все, амулетов больше нет. Так, драгоценные камни. Все, что относится к смифингу сюда тогда, включая стал Рим, естественно, залежи. Так, почему у меня... А, это там ворованный. Почему он ворованный? Даже не написано, кстати, что ворованный. Но красный. Странно. Так, это сюда... Так, а где у меня, кстати, звезда? Это Black Starter. А где у меня Black Star? Вы что? А, здесь она. В сундуке. Так, полосочки. Что тут еще у нас? Книги. Дальше. Ну, мне и вешать даже. У меня манекенов-то нет. Есть только снять. Ну, какой. Ну, смысл тоже нет. Зачем снимать-то? Хорошо, сложу сюда. Это мне надо, естественно. А, вот это я еще думаю, может быть, улучшить. Вот что, я хочу сравнить. Да-да-да, кстати, это интересно. Потому что это у меча постоянный эффект, как даже если промахнулся, все равно попал, называется. Ваба-джаком почему-то не пользуюсь, хотя прикольная вещица. Так, а да, где масочки-то? Я ж про масочки совсем забыл. Здесь, что ли, я их держу, может? Вот здесь. Так, даже уже не знаю, куда складывать.
О, какой вот эвокинг мне, конечно, надо. Куда, куда? Я и все время им пользуюсь. Нет, 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 нет. Вот, к сожалению, тут не по алфавиту идет все. Вот где они теперь? Вот где они теперь? Вот я их положил. И все. И нету. На А. А здесь нету. Сколько ж у меня тут добра. Ну, а вот по какой логике они здесь оказались? Вот почему? Как это можно вот понять? Это же тоже вроде арма, да? Вот в самом верху. Это же арма на букву Д. Почему она вверху? И это арма. Или сначала шлемаки идут. Я не понимаю логики. Так, это мне, конечно, надо. Это, получается, мне не надо вообще. Никакого эффекта они не дают абсолютно. Лучше бы кольцо какое-нибудь дали. Что? Стоп, стоп, стоп. Это какие-то мне спелзы новые дают? Я даже не прочитал. Ignite and Freeze. А сейчас я разве не могу? Так, это надо будет проверить. Проверить, да. Так, это что? Кольца я оставлю пока. Еще у меня зачем здесь арма, ботинки, гонтлесы, шлемак. Эти мне правда нравятся, конечно, красивые. Надо будет посмотреть, насколько они лучше, хуже там. 8, весят 9, эти весят 10. Так, пока оставлю. Ring of Recovery. Неплохой такой. Тоже 100% магия регенерируется быстрее. Так, ну ладно. Сравнить-то я могу иначе. 133 у меня вес. Что я еще не выложил? Двадцать девять.
как ингредиенты, но еще надо тут собрать. Все, перестали бабочки заводиться. Что такое? Зима, что ли? Я не понимаю. Где бабочки все мои? Каждый раз их было полно, когда я сюда приходил, и все, ничего нет. Так, сложить ингредиенты. А, мне надо топоруться, ага. Дали задание. Хорошо, возьму один. Может, у меня еще есть? Кстати говоря, здесь. Ну, конечно. Сколько мне? Три надо. Вот, отлично. Сок. Ага. А где? Ладно, посмотрим по стрелочке. Так, не сюда. Сложить лишние бутылочки. Пушим. Q-Disease 2. Достаточно. Достаточно. Так, ну вес у меня... Ну-ка, что-то типа винца, что ли? Ну-ка, махнем и винцом запьем. Тогда сердце до эдры выложить. Ингредиенты. Так, вес у меня... Немного больше обычного, но это... А, вот я еще хотел посмотреть. Да, кстати, вот дэмидж у него базовый 63, да? А вот какой дэмидж базовый я хочу сейчас посмотреть. С такими двуручными-то мечами сравнить. Вот с драконьим, например. 78, но это не меч. Это 75, да, все-таки больше. Но не так, чтоб уж прям больше-больше. Ладно, не буду пока пользоваться им, фиг с ним. Хотя, конечно, тоже интересно. Можно, кстати, Сиране дать ради прикола. Можно дать Сиране, точно. Точно. Так, а как его улучшить-то, этот меч, можно чем? Серебряный слиток. Серебряный слиток. Не, мне слиток, пожалуйста. Мне не руду, а слиток. Можно, да, улучшать. Так, теперь
Potion один. Necklace ring. Вот это пиксель, перчатки. Это. Так, теперь все. Надеваем на себя весь этот Blacksmith шмот. И берем в руки. Вот это вот. Вот она работает. Smithing Abilities улучшает. Реально вот эта кирка. Вот прям обидно. Но почему же здесь написано-то? Enchanting улучшает и ни черта не улучшает. Ну. Так, значит, без поушена я теперь могу. Видос такой, конечно, у меня сейчас. 98. Так, все они работают у меня. Активные эффекты. Fortify Smithing должен быть. Раз, два, три, четыре. Вот это вот уже еще 5 пунктов. Так, 98. И теперь я бью. Potion 1 Fortify Smithing. И улучшаю меч до 147. А по сравнению с моей одноручной дубинкой, это как будет интересно. Ну, 47, 216, да вы чё? Чё, настолько сильней? Или, может быть, у меня сейчас это, одноручное что-то улучшает? Ну-ка. Нет. А чё ж настолько это самое-то? Даже странно. Двуручное вроде должно же быть сильным. Удивительно. Так, я выложил, по-моему, этот Resistance Necklace по ошибке. Вот попробую теперь тут найди. Или оно все-таки здесь должно быть где-нибудь? То есть они как по типу, что ли, предметов сортируют? Нет, я не понимаю, как они сортируют. Это, конечно, количество предметов начинает меня смущать. Не здесь, что ли? А где же она? Где же мой неклэкс-то? Вот он. Выложил случайно, не туда даже. Так, ну хорошо. Ничего меня не повышает одноручное. Почему у меня одноручное настолько
Еще раз. Оружие. Хорошо, если я в руки возьму то же самое. 147 всего. Так, действующие эффекты. Дай-ка я временно хороший мечишка заберу. Это тебе, кстати, не надо все. Это больше всего веселит. Дай-ка тебе вот этот, да, мечишка. Забирай. А, это сюда, разумеется, это я не выложу. Вот тоже, почему у меня лишний вес был. Ну, один меч отдал, да, и это, ну, нормально уже, 68 вес. Ну-ка, Наташа, достань меч. Выглядит круто. Прям скажем, выглядит вообще круто. Ну что ж, раз я провел весь эпизод в абсолютно бесполезных перекладываниях одного в другое, хотя бы вот это задание сделаю. Для этого мне, конечно, надо вернуться в Солсхайм для начала. И там будет стрелочка работать, куда идти. Talk to Captain Galland if you're looking to book passage. Сюда мне. Как сюда попасть? От этой пещеры, ну, видимо, вот так в обход мне придется идти. Сюда нет, по обходу мне не придется идти. Или придется? Ну ладно, от греха я не буду спрыгивать, а то потом не запрыгнешь. Лучше поднимусь. Какой у меня крик сейчас? Вот этот шаут я, конечно, еще хочу прокачать. Он мне дико нравится, этот циклон. Это же гигей прелесть. Так, а что здесь-то такое?
тоже что-то важное. Во-первых, вот этот переход хочу отметить совсем рядом. Что это за место такое? Ну-ка, ну-ка. Оп, а залезть-то я и не могу. Хорошо, лошадка, помоги. Лошадочка, ну-ка ты-то сможешь? Давай, давай, давай. О, лошадка смогла. Что здесь у нас? Флаг над пещерой. Замечательно. Да, но мне как бы от вас и не надо ничего, на самом деле, ребята. То есть занимайтесь, чем занимались. Я продолжу свой путь. Просто нашел место и все. Так, что здесь? Угу. Так, ну сейчас я проделаю сколько что трюков на самом деле в этой в игре. С ума сойти. Вот этот вот спрыгнуть просто. Правда? А что вы сделаете мне? Так, возьму опять этот крик. Мне сюда показывает индикатор. Все, я пришел, что ли? Ну вот к чему это все? Сприган Earthmaz. Это типа супер крутой сприган, что ли? Выполнено. А еще что-нибудь тут есть? Ничего нет, да? Просто маленькая пещерка с водичкой. А вот с сундучком еще. Правда. Что в сундучке? Ничего интересного. Зажрался, называется. Ничего интересного так. На несколько тысяч типа. Хорошо. И Healing House называется квест. Угу. Насчет. А че она? Почему она здесь?
Там драки не будет случаем, если я сейчас прилечу сюда. Или она, может, тоже теперь отрабатывает обязательные работы на Мирака. Придется ее спасать тогда. Ну-ка. Да нет, вот с ней все нормально. А что ты тут делаешь в таком случае? Damn that man. He's being totally unreasonable. Truly? Well done. I'll just keep two of them for myself. No need for Neloth to know. Take that last taproot and plant it into the wall of the withered house. Azura, light your steps. Куда мне посадить этот топрут-то, я не понял. И что будет? Стоп, мне вовнутрь, что ли, идти помещение или что? Что нам, я говорю, сделать? Башенка поизносилась, и я... Но два она сама, типа, будет использовать, а один я. Интересно. Башенка поизносилась у них. Хорошо, я... И что, собственно? Ну-ка. Ага, готово. Какой спелл, Лук Дэнджерос? Ты чё? О чём ты? Так, а бонус она мне даст какой-нибудь за все вот это вот, за старания мои? Take a good look around. I'm sure you'll find what you're looking for. If not, let me know. I might have it stored away. А, вы выглядите опасно, оказывается. Ну-ка. Damn that man. He's being totally unreasonable. Good. Now maybe Neloth will get off my back about it. I suppose you think you should get paid for helping an old woman. Here, take these. I'll sell you more if you come back later. Ultimate well-being. А, это... А. Это который... Every type of fungus in Solstheim or Skyrim. Который все сразу поднимает. Ну-ка, ну-ка, сейчас посмотрим. Есть у нее еще. Ну да, который все восстанавливает. Здоровье, магию и стамину. Она мне типа их дала. Ну, спасибо, что. Вот, кстати, купи тогда. Вот, мне не нужно совершенно. И это мне не нужно. Да и пошины твоими не нужны. Вот от этого даже не знаю, откуда мне взялось. Забирай все нафиг, грабь. Мафала Клокью. Так, я надеюсь, это я могу брать. We're one of the same. Who's there?
Так, я случайно взял красный. Красный, и сразу начинаешь драться из-за того, что я стырил одну бутылочку несчастную. Блин, жадина. Ну все, конец эпизода. Another wanderer. I suppose you'll be wanting potions, just like the others.